Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот тапочки, простейшие, элементарные для начинающих. Начнем. Первым делом мы обрисовываем свою ступню. Смотрите, если вот здесь вот мы обрисовали ножку, здесь находится наш мизинчик, маленький пальчик, вот здесь мы проводим черту. Считать мы будем от вот этой точки. У меня 19 сантиметров. Эта вязка очень хорошо тянется. И чтобы носочек, следок принял форму ноги, нужно чуть меньше. Вяжем образец. И по образцу высчитываем. Вот сейчас в углу появится видео, как рассчитать количество петель по плотности вязания. Вот у меня здесь 9 сантиметров. Здесь я вот посчитала. Нужно мне 19 сантиметров. В образце 20 петель я посчитала вот таким вот образом. Если непонятно, пересмотрите видео. Я посчитала, что мне понадобится 42 петли и вяжу лицевыми петлями. Я набрала и вяжу платочной гладью, то есть лицевой и изнаночный ряд я вяжу лицевыми петлями. Определяем нашу первую часть вязания. Здесь меряем ширину нашей ноги, это 8 сантиметров. Первая часть у меня 8 сантиметров платочной глади. Пишем 8 сантиметров. Вот эта часть 8. Теперь мы закрываем ровно половину наших петель. Сейчас разделить на 2 и получается 21. Так, 21 петля. Далее мы продолжаем вязать вот эту часть. Эта часть у нас наше вот это число, деленное на 2, то есть 4 сантиметра. Здесь у нас 4 сантиметра. Здесь количество петель я вот так вот напишу, разделить на 2 все и закрыть. И высоту вяжем 4 сантиметра. Продолжаем. Смотрите, готово у меня 4 сантиметра. Теперь я восстанавливаю эту линию. То есть набираю те петли, которые я закрыла. И вяжу те же 8 сантиметров снова. Набираю петли при помощи крючка. Делаю петлю и провязываю такой. Петля. И продолжаем наше вязание лицевыми петлями 8 сантиметров. Вот и все. Вот смотрите. 8 сантиметров, 4 сантиметра и 8 сантиметров. Вот такая конструкция у нас получается. Здесь у меня всего 20 сантиметров. Всего 20 сантиметров. Так, все, все петли закрываем. Закрываем петли до конца. Вот такая деталь у нас получается. Берем иглу и нить. И вот по кромочным, с нашей широкой части, мы собираем все кромочные. Так, собрали, стягиваем, завязываем и туго-туго. Здесь проверяем, если есть дырка, то мы ее зашиваем. Так, все, складываем пополам и сшиваем вот до конца. Дошиваем до конца. И теперь выворачиваем на лицевую сторону. И здесь вот будем шить таким вот образом, чтобы у нас была красивая пяточка. Вот таким вот способом. Кто слышит грохот, коты наступают.
Вот так вот, девчонки, выглядит этот шовчик. Ну, с изнанки, как обычный шов. Так, вот он готовый наш следочек. Девчонки, видите, он тянется, поэтому на ножки он сядет отлично. Те 5 сантиметров, которые мы убрали, оно компенсируется растягиванием и хорошей красивой посадкой. Поэтому вот такие вот следочки. Простые, простые, уютные и удобные. Вот. А с вами была Вика, школа рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем